Всем привет, друзья! На распродаже по скидосам и купонам заказал фен для пайки. Самый полный набор с запасным нагревателем обошелся чуть меньше 1200 рублей. Прилетел из Китая он на удивление быстро. И сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Внутри каждый элемент упакован в отдельную упаковку, картонные коробки или пакеты, что уже приятно, что не свалено все в одну кучу. Есть запасной нагревательный элемент. Это, пожалуй, единственный расходник, и его вам уже не придется искать, если основной сдохнет. Сама станция, будем так говорить, состоит из двух частей. Это сам фен и блок контроля и регулировки. Фен к блоку подключается посредством надежного разъема. Также под фен предусмотрена подставка. Внутри фена установлен специальный выключатель, и при установке на подставку он отключает фен. А как только фен мы берем в руки, он автоматически запускается. Температура фена настраивается при помощи клавиш вверх и вниз и может составлять от 100 до 480 градусов, шагом 1 градус. Кроме этого, у фена есть возможность регулировать скорость потока от 1 до 10. Максимальная мощность в момент старта более 660 Вт и потом плавно снижается. Для достижения заданной температуры контроллер регулирует мощность. Если температура высокая в момент установки на держатель, то вентилятор продолжает работать, тем самым охлаждая нагреватель, что продлит его срок службы. У фена в комплекте есть три насадки – большая, средняя и совсем маленькая. Насадки следует устанавливать по специальным пазам, которые есть и на насадке, и на основании фена. Давайте посмотрим, насколько точно фен поддерживает заданную температуру. Измерения буду производить при помощи щупа от мультиметра. Как вы видите, значение плюс-минус соответствует, с небольшой погрешностью, в зависимости от того, в каком месте мы измеряем температуру. Следующий диапазон – это 200 градусов. Здесь примерно такая же картина, но до температуры он доходит дольше, плюс, как и в прошлый раз, есть небольшой заскок выше. Также установим температуру 300 градусов. Как правило, такая температура нужна для нагрева и пайки плат. Здесь также есть залет по температуре, и он уже побольше. Хотя, если поменять место установки термометра, то, как видно, значения меняются. Температура в воздухе на самом выходе градусов на 20-25 меньше заданной, а внутри ближе к нагревателю больше. В общем, за свои деньги отличный фен для пайки, у кого его еще нет. Для тех, кто хочет приобрести, ссылку оставлю в описании. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока.